Всем привет, меня зовут Сергей. Добро пожаловать обратно в Crossout. Темой сегодняшнего видоса станут квазары, которым увеличили скорость полета снаряда на 10%. На тестовом сервере эта скорость полета снаряда была увеличена на 20 с чем-то, я не помню точно, то ли 23, то ли 25. На 21% вообще была увеличена скорость полета этого снаряда. Потом сказали, что нет, нифига, снаряд летает слишком быстро, никто типа не может от него вернуться, слишком эффективно. И такого улучшения не будет, будет плюс 10. Давай посмотрим, насколько это сейчас вообще сыграет свою роль. В прошлом видосе по квазарам, насколько я помню, я сначала еще пытался играть от нового перка этой пушки. При прямом попадании скорость перезарядки будет увеличена, чем больше расстояние до цели, тем выше бонус. Пытался как-то играть от дистанции и так далее. Получалось очень не очень. Потом в последнем или предпоследнем бою я решил на это дело забить и сказал: все, забываем нахрен про перк и играем так, как мы обычно играем с квазарами. И дело тут же пошло на лад. Мы набили весьма неплохо так очков репутации. Сейчас я буду играть точно так же. Нахрен этот перк. Будем ориентироваться просто на скорость полета снаряда и все. Ни в коем случае не на дистанцию, не будем выцеливать специально от далеких там, далекие цели от нас. Все это лишнее. На мой взгляд, опять же, у каждого свой стиль игры. У меня такой, и мне так проще реализовывать данное оружие. 7294 очка мощи. Крафт на гарпии, колесные с двумя квазарами. И 7998 очков мощи. Крафт на кванте с двумя квазарами. Исполин есть. И также инвиз. Здесь, естественно, тоже присутствует исполин, ускоряющий перезарядку на 20%. Последний раз я с этими квазарами опять же воевал тогда, когда у нас был записан видос, а это было уже хрен знает когда, давно. Либо 4, либо 5 месяцев назад, что-то там плюс-минус. Сейчас не исключено, что для начала будет тяжко разыграться, но ничего, мы разыграемся. Чистый остров. И меня расположили максимально близко к вражескому респу. Вражеский респ находится здесь. Ну что ж, я, пожалуй, не буду играть от этой близости, скажем так. Там что-то полетело прикольное такое. А, погоди, это сбивать можно? Ну-ка, погоди. Это сбивать можно! Прикольненько. Ладно, нам вообще не до этого. Мне нужно врагов сбивать, а не всякое вот это вот болтающееся в воздухе. И первые враги, кстати, уже весьма неплохо и весьма успешно сбили часть наших союзов. Ну что я могу сказать? 568-135. 186 как-то вообще прямо очень и очень. Блин, здесь дрон еще завис. Стой, погоди. Куда я как сейчас выстрелил? 328-1200. Неплохо подбил там что-то. Ой, а что там сзади-то тусит такое? Погоди. Так, о, Кавказ, ну на секунду тормозни. Ладно, пофиг, это как Кавказ, что я от него требую. Так, это тебе. 257. Погоди, надо срочно убить. А, ладно, убили. 740-39. Так, триггер, отстань. Отстань, триггер, говорю. Так, один триггер я ему минусанул. Врагов на самом деле еще такая куча. Вот это я промазал сейчас. Вот это, конечно, да. Это был просто удар ракала. 236. Мне сейчас может быть больно? Не, ну особо больно не было, ладно. Да в смысле? Погоди. Ты хорош, ты красавчик у нас, а? Он мне отчекрыжил задний квазар. 465. Бочка! Я бочку только увидел, ты мне оружие выбил, но тебе не стыдно? Засранец! 972 очка, и это второе место по команде. И фабрика. Сразу после чистого острова. Кстати, в прошлом видосе, насколько я помню, тоже так было. Сначала чистый остров, сразу после него фабрика. Совпадение? Так, вспоминаем про упреждение этих квазаров. Оно сложное. Ну смотри, упреждение правильное, сейчас было уже высота неправильная. Ладно, это уже прогресс. Так, а что там сзади происходит? Там сзади такое место, что даже упреждение-то брать не надо. Я тут превозмогаю, хрен пойми зачем. Куда я сейчас выстрелил? Загадка даже для меня. Ну ладно, рано или поздно мы эту загадку разгадаем, а рано или поздно я по кому-нибудь все-таки попаду. Я буду в это верить. Верьте, пожалуйста, вместе со мной. Это придаст мне сил. Это существенно мне поможет. Так, здесь у нас дробовик с гусеницами. А там сидят автопушки. Кстати, может я этим автопушкам дам? Гребаное прилипание прицела. Промазал я и по автопушкам. Подъеду к ним просто поближе. Если там сидят вихрища, то... О, смотри, какой клиент. Грамотный вихревод на самом деле может сделать очень больно. Ладно, я ему хойер выбил, напугал немножко. Сбил его внимание с союзов. Это уже хорошо. Надо вихревода снять.
Как дела, вихревод? Вихревод, вихревод, кто-то сейчас умрет. 250. Возможно, это буду я. 378. Назад. На нахрен! Прекрасно, и просто тараном его добил. Замечательно. Так. Вот мой недобитый друг. Да что ж такое-то? Вообще, прикинь, разучился совершенно. 438. Так, тихо. Ховер, не бушуй. И я опять снарядом не попал. Ща разыграю спокуха. 239, 301. Как же тяжко, когда ты оружие берешь в руки просто раз в полгода. Забываешь нахрен про все. Там нам один пункт закрутили и... Это была Кристен? А, там к ней уже приехали. Ну ладно, все, Кристен, я так полагаю, уже будут кранты. Да. И мне дали МВП. Вы видели, как я криво стрелял практически весь тот бой? И за эту криво я получил МВП и 1-1-1-1 очков. Еще одна попытка в то, чтобы привыкнуть к квазарам. И первый залп сразу я по боту попал, который пытался просто уйти от нас хитрым маневром падения с моста. Он, кстати, и он тусит. Держи, Энди. Неплохо так, весьма-весьма. Воу-воу-воу, ни хрена тут полеты какие. 192, 600 с чем-то там. О, Дэйв, тяжко тебе, да? Да, вижу, прям совсем тяжко. Так, по мосту там идут еще, там гляфы, кстати, идут. Эмма съездила куда-то вперед, получила по щам с горящей жопой и вернулась обратно на базу. Такая способная, горжусь ею. 302. Неплохо, дай-ка я по этому мосту маленько посол. Ой, какая там свалка замечательная. Вкоричил сразу двум. Ну-ка, давай еще. И опять два попадания. Даже целиться не надо, такая толпа врагов на центре. Просто прекрасно. Гляф у нас тут танкует ромбом. Танкист, что ли? 190, правда, второй снаряд ушел вообще в Союза. 120, 99, прекрасно. Так, что у нас происходит здесь? 339 бахнул генератор у этого несчастного, ну, сейчас бахнет все остальное. Так, последний. Вильям, я так полагаю, на базе тусит, а где последний игрок? Внизу там, под мостом, да, его пишут, судя по звукам. Чё происходит? Спокуха, живи, брат. А вот ты сейчас умрёшь. Ну что, дробовод облом, да, вышел? Бывает и так, дробовод. А у меня тем временем уже 4 фрага. Поехали, мочить последнего. Да. Ща, я же говорю, что разыграюсь. Вот я и начал потихохоньку разыгрываться. А сейчас еще на ховер пересядем. Ну не прямо сейчас, но скоро. Эть. Прекрасно. Как дела, Вильям? Вижу, что не очень. 5 фрагов, МВП, победа, все противники уничтожены и 1972 очка. Ну, попадет кто-нибудь, нет? Да ладно, как ты мог не увернуться от этого снаряда? Ну это же просто охренеть. Ну, как-то мог. Способный, видимо. 107 и 247. У меня тоже такая способность иногда прорывается. Погоди, нам вперед, пока не надо. 437 и 11. Хорошо. Вот, сейчас я, конечно, промазал очень криво. Да, дал залп. Бывает и так. Дай-ка немножко отсюда отойду в сторону, а то враги сюда уже фокус взяли. Да автопушечник прекрати. Оп. 481, и это опять же было попадание только одним сна. Союз! Ты, блин, ну ладно, это скилловоз. На скилловозов не обижаются. Тихо. 178, 293. Нормально, все нормально, живем. Все, огонь. 109 и 49. Так. Я, наверное, сразу к этим автопушкам сгоняю, потому что они там вообще расслабились. 1020, вот это да. Вот это было добротненько. Поехали, короче, к этим автопушкам. Тем более автопушки, по ходу дела, уже поняли, что все, им сейчас кран. Ой, как я низко-то запустил второй снаряд. Это было неправильно в корне. Это был мой косяк. 75-443, последнего врага выпилили, победа, все противники уничтожены. Какой быстрый бой. 830 очков, второе место по команде. Мы либо в топе, либо на втором месте. Неплохо, мне нравится. Ладушки, давайте-ка возьмем ховер. Крафт теперь. Я знаю, что большинство сейчас гоняет на таких ховеркрафтах, где квазары расположены вообще впереди кабины. И расположены они по бокам крафта. Я не люблю в такие ховеры. Мне такой просто привычнее. Попал. 227-586. Это был еще и урон с отработкой перка. Добротненько. Так, давай-ка сюда автопушкам еще. Блин, автопушки не захотели.
порадоваться нашей плазме. Очень жаль. 378, хотя там не только автопушки. Дай-ка сюда вообще спокойно постреляю. Еще я, в принципе, вылезаю, когда можно настреливать с большим уроном и без риска. Правильно, правильно. 630, продолжаем. Опять же, целиться пока что вовсе не обязательно. Враги любезно... Хотя нет, обязательно, я только что промазал. Хотел сказать, что враги любезно сами лезут под снаряды. Блин, какой тяжелый на разворот этот хойер оказался, а? Да не подгадал, ты смотри, какой шустрый. Кто там такой снайпер? Вон там пушкарь сидит, смотри какой. Погоди, 230 я ему тоже вкорячил. Хорошо. Чё там? 962, неплохо так-то для белого урона, а? И три врага, это последние. Дай-ка я на один уровень с ними поднимусь. Наверное, вот так. Вот туда пошел клиент. Ну вылезай давай. Он, конечно, вылез. Но, блин, он с голиафами. Я по голиафам особо ничего тут не сделаю. 439. Хотя, на самом деле, ему немного уже осталось, его правой гусеницы. 162. Так, пошли к нему поближе. Это будет очень серьезный, а значит, интересный противник. Он решил к нам на респ выползти. Давай, давай, давай. Все отлично, да. Тройной залп получается и... Кранты всему. 335. Погоди, погоди, погоди. Так, отлично, палыча ему отбил, у него остался только толстяк. Ну что, братан, все, приплыл. 270, да, но он уже не сможет толком по мне попасть. А если и сможет, то... Не, нет у парня больше шансов. Ну ладно, приятного вам аппетита, союзники. И у нас победа, все противники уничтожены. Всего 528 очков, кстати. Даже на колесном крафте воевалось веселее. Нас справа что-то обходит, смотри по мини-карте. Он крадется, крадется, крадется. А храпом взять, наверное, хочет. Ну давай, подходи. Подходи, месье Нахрапович. Сюда пойдешь. С Кавказами тоже неплохо. Из него аж дрон выпал с перепугу. Мне нравится. Так, туда я не попал, это мне уже не так нравится. И еще плохо то, что у нас уже минус 3. Тыц. 794-61. Все, оружия у него больше нет. Но мы сейчас проиграем просто по захвату, по-моему. Дай-ка я попытаюсь бэшечку, наверное, хотя бы стопнуть. Хоть как-то хоть чего-то сделать, потому что если я этого не сделаю, то это все, проигрыш. Вот, опять же, я снимаю видос про оружие. Видос про оружие, не про то, как там победить, куда победить, где победить. Мне на эту победу вообще наплевать, потому что я играю с пресс-аккаунта. Сейчас. Это мы на пищениатре там играем с нашего основного АК. И все равно, блин, стараюсь еще тащить как-то на победу играть. Чего-то это делать, но походу дела сейчас уже ничего не сделаю. А этот просто зажмется здесь и будет стоять ждать, пока приедут его друзья. Один дробовик я ему уже выбил. Хорошо. И он резко спрятался. Справедливо. На нахрен! 77. Все, у него остался только один дробаш. Да. И последнего дробовика у него тоже нет. Перебил я ему дробовики, перестрелял весьма быстро и весело. Но сейчас в любом случае уже будет слив. И вжух! 544. Да, тут уже ничего просто не сделаешь. Ну давайте, 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 добейте меня, засранцы. 129-418. Непонятно, почему я все еще жив. На нахрен, 234. Тоже неплохо, да вы убьете меня, нет? Вы... Так долго меня убивали, как они убили всех остальных из моей команды. Поражение 679 очков, и это третье место по команде. Так, 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 что у нас тут? Здесь у нас арбалетики, который меня сразу на 1500 белого выписал. Давай сюда разочек, 36 и 317. Выбил ему, кстати, один из пулеметов. Все, парень не желез, зря я потратил сейчас наряд. На самом деле, во, здесь, наверное, тоже не успею или успею. 787. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Вот я, блин, так и знал. Тихо назад. 952. Хорошо, прямо так в бочину попало. На нахрен. 164, 530. Да, к успеху шел дробовод. К успеху. Так, 4 врага. Все враги у нас там прямо по курсу. Вон там мясо прямо за контейнерами идет. Дай-ка я поучаствую. Дай-ка я присутствую на этом. Ты смотри. Он из... А, понятно, ясно. Во-во-во-во-во-во-во, блокчейн. Слышь? Малыш, ты чё кипишь? Погоди, у нас с этим блокчейном особо никто даже не пытается заниматься. Дай-ка я. Так, отлично, выбил ему один блокчейн, но, правда, по хойерам у него все еще на месте. Вот это уже не очень хорошо. Тихо, спокойно. Да, блин, арбалеты здесь еще, тихо! Надо хотя бы от одного избавиться. 1100!
Замечательно. Замечательно. На нахрен еще, прекрасно. Из 150-600 сколько-то там. Да блокчейн! Ёж твою медь! Вот докопался-то, смотри, прям как будто знает, кого убить. Я тебе сейчас... Ладно, я тебе потом. Эй, в смысле? А нифига сейчас залагало-то. Вот это был поворот, мне не нравятся такие лаги, не делайте так. Победа, все противники уничтожены. Ну-ка, и какой результатик у нас? 877 очков. Счет-то... Нет, погоди, дай-ка я вернусь на вот эту машину. На ней как-то комфортнее всего было. Да и по урону эта гарпия, если честно, нравится гораздо больше, чем квант. Вот в данной версии игры, в данных сетапах. ...654 с первого залпа сразу же. Даже не паримся на тему отработки перков и всего прочего. 1002! За счет сплэша, скопления деталей. Вот. Вот что прекрасно. Ну-ка, на тебе. 379, опять не совсем правильное было упреждение, взято с моей стороны. Да, елки-палки, я сейчас просто не успел, его уже убили. Ну и хорошо, ладно, хорошо, когда враги быстро умирают. Да ты что такой прыгучий-то, а? Хорошо, когда враги быстро помирают, это прям вообще красота. 858-20, дай-ка я помогу по этому Голиафу, потому что он там может дело наделать. И да, одного он уже смял. Погоди, я сейчас еду. 378, держим его, братан, держим. Отлично, 270-460, хороший ногу придавил, такой красавчик вообще. Просто молодец, 52, во-во-во-во-во-во-во-во-во. Ни хрена у нас тут праздник жизни. 621-30, сзади еще блокчейн один пасется. Погоди, дай я на этот блокчейн выверну. А то в жизни не даст тоже. Здравствуй! Ой-ой-ой, как я криво-то сейчас пальнул. И как я сейчас за это могу поплатиться? Нет? Он свалил. Он знает тайминги квазара. И свалил. Ну правильно, в принципе, сделал так-то. Так, союз пошел, давай я следом. А он вообще к себе в подворотню ускакал, вон туда. Ладно. Союз его гонит с той стороны, давай тогда попытаюсь с этой. Его прямо на меня сейчас выйду, скорее всего. Да. На нахрен! Прекрасно! Победа. Да, целиться на самом деле станет немножечко попроще, 997. Даже у меня получается, с учетом того, что я это оружие брал в руки, ну, не полгода назад, а где-то, получается, треть года назад, все равно удается попадать на средних дистанциях. На дальних дистанциях, ну, там уже враги такие попадаются, я не понимаю, как можно не увернуться на большой дистанции от такого огромного синего шара, особенно когда они вдвоем летят. Но как-то некоторые умудряются. Вот прям так сразу? Не, ну сейчас это чисто случайное попадание было. Наверняка там человек даже не рассчитывал, что к нему сразу прилетит снаряд. У меня 51% перезарядки сразу набран, кстати. Это хорошо, но на данном склоне относительно бесполезно. Так, пулемет этому выбил. Хорошо, давай чуть-чуть назад. Но сейчас слева еще обойду, скорее всего. Давай, Дэй, вперед. Так, там наших положили, двух впереди. Вон какой красивый еще интересный комрад. Я сейчас как между врагами-то попал, выстрелил, а? Вот, блин, ракал, так, 270, погоди. У него там крупные детали, которые сжирают сплэш. Да ты слышь? Юркий засранец. Тихо. 261. Смотри, ну сейчас я на самом деле просто взял и проиграл дуэль. Это да, это есть, это совершенно бесспорно. Он очень быстро отбрил мне два квазара и поехал по своим делам. Не исключено, что это был именно тот враг, по которому я попал в самом начале. Он просто обиделся и включил подкруток. Я даже бахнуть не успел. 239 очков. Стоило недавно заявить, что мы с вами почти все время в топе, так сразу начал проваливаться. Сглазил, называется. Я включил на всякий случай себе пинг и пакет лосс. Посмотрим, как будет, а то что-то прям беда. Ты жмешь мышку, а выстрел проходит спустя где-то полсекунды, иногда одну секунду. Это нифига не комфортно так играть. Совершенно. Оп, здрасте. Подожди, КТ, один блокчейн сразу минус. Прекрасное было попадание. Давай еще один отобьем. И второй блокчейн тоже минус. Этот враг обезоружен. Еще один там на железке. Блин, тут такая огромная туша катает, за которой хрен по врагу попадешь. Во-во-во-во, давай сюда, срочно поможем. Срочно прямо! Так, отлично, назад. С такой плотностью огня он очень быстро может мне все отстрелить. На, держи еще, 129-772. Прекрасно. Так, у меня все еще относительно в порядке, а вот у него не очень. А, Флоренс, у тебя все в порядке? Так, здесь направо что-то выходит. А, здесь дробовод какой-то идет. Погоди. Погнали этого дробовода. Флоренс, что ты здесь крутишься? Что ты хочешь? Что тебе надо?
Так, пойдем туда помогать по этому дробоводу, потому что союзнику может быть очень больно. 501. Все, прекрасно. Вовремя, на самом деле, подошел, как мне кажется. И нас осталось трое. И сейчас нам всем кранты. Скорее всего, Флоренс, мать твою, да что ты бессмысленно-то такое, а? Он там просто катается, просто крутится. Так, прекрасно, ладно, давай, я дамажу, ты добираешь. Я согласен, нам главное победить, остальное дело десятое. Да ты слышь, Роберт! Это он на капкане так исполнил, вы поняли? Ишь, какой красавчик. Так, 270-411. А Флоренс еще жив, охренеть, да за счет чего? На нахрен! 110, все, вот сейчас мне могут быть кранты. Если я не сниму ему пулемета... Блин, а я не снял ему пулемет. Так, уходим, уходим, уходим. Отстань! Так, там туша выехала. Но эта туша пока что загрена на нашего большого союза. Сейчас, погоди, я помогу. 156, подожди. Блин, нет! Надо было просто не выворачивать. У меня бы задний квазар еще успел танкануть под все эти пушки. А этот чел, смотри, короче, он накосил уже 5 фрагов. Со многими фрагами я ему, конечно, помог, но все равно. А ты хорош. Танкует пушками. Вот он сейчас делает... Он только что совершил именно ту ошибку, которую совершил я. Но, невзирая на его 5 фрагов, упорного все равно дали мне его листоп. А значит, сделал дел побольше, а не просто добирал фраги. Но 1400, конечно, тоже красавчик. Пипец, мы на двоих просто пытались, тащили. И оба полегли на одной и той же ошибке. Совершенно на одной и той же. Хорошо, история боев. Вот она, вся из себя такая красивая. А по поводу квазара, стабильный залог успеха, опять же. Как был он оружием для поржать, так он этим оружием и остался. Привыкаем к новой скорости полета снаряда, не паримся совершенно на тему этого перка, воюем на ближней дистанции, на средней дистанции, воюем за счет сплэша, ну или за счет там базы какой-то от кванта, но все же за счет сплэша мне показалось намного интереснее играть. И все. В определенных ситуациях все будет получаться. Непосредственно прямо следующим видосом выйдет, скорее всего, видео про Корова, который я записал буквально за день до выхода этого последнего патча. Если честно, я про него просто забыл. Вот бывает так, заработался, замотался, забыл. Так что следующий видос по Корва. А уже после Корва я возьму одну из тем, которые вы предложите. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.